сказать, я максимально быстро прогоню зелень. В основном по деревне так вот передвижения какие-то. Где-то до магазина слетать, что-то там мешок цемента купить, на стройку привезти. Так, небольшие. И вот удобно вот через этот шланг такое делал специально. Негабаритный груз. 6-метровые палки привозил, трубы на нем. Ездили на выставку, мы тут с парнем вдвоем, он москвича 401-го восстановил, а я на этой, на своей, как бы своим ходом, вот где-то около района 40 километров, туда-сюда съездила, я, по крайней мере, протестировал, сколько расход на сотню, где-то литров 7 на 100 километров съело у меня, и занял первое место. Сделать вездеход. Больше сыну для охоты. Ну и самому ездить тоже. Пользуемся автомобилем всей семьей. В летнее время просто незаменимый автомобиль. Без него как без ног. Лично я пользуюсь очень часто, начиная с весны и до поздней осени.